Да, скоро мы увидим европейские автобусы у нас в городе Херсоне. Сегодня 3 января 2022 года их пригнали в Херсон. Смотрите, вот номера еще такие европейские. Вот такой вот автобус длинный. Вот это фотографии в Херсоне. Это мэр города за рулем. Ну, тут на пульт посмотреть. Такое все, конечно, еще какой-то дисплей тут есть. Салон. И тут два ряда идут, и тут два ряда, и довольно-таки он длинный. Есть много этих всех для рук хватать. Вот так выглядят и обивка салона. Краска вроде нормальная, фары. Смотрите, как все красиво. И какие стекла большие вот это по бокам. Такой вход. Ну тут что, чуть... А, это вода налита. Мыли автобус. Двери. Ну, довольно-таки впечатляюще выглядит. Смотрите, какой он по длине. Приличный. Колеса мощные. Ну, хотя, вот видите, такая посадочка низкая у него. На хорошие дороги рассчитан. Вот тут уже другой водитель сидит, видать, обучающий, который будет учить. Это еще откидывается для колясок. Ну, сколько сейчас колясочников ездит? А кругом делают пандусы и все остальное. Проще им сделать такси специальное городское, чем все оборудовать, все здания и весь транспорт. Им было бы удобнее и бюджету города. А эти автобусы посмотреть на видео, они проходили техосмотр в Европе перед тем, как в Херсон отправить их. Но зачем там был техосмотр, непонятно. Видите, так они на видео выглядят, эти автобусы. Зарубежные, вот голландская или какая-то там автомастерская. Так вот оно смотрится. Поехал автобус. Так вот. Ну, будем радоваться. Их, наверное, ж перекрашивать не будут. Будут такого самого они цвета у нас. Ну, впечатляет. Вот так вот он у них на стендах в Голландии или где там их покупали, или в Германии. Проверили все. Ну, молодцы, что проверили, что уже в хорошем состоянии они сюда пришли. Это, смотрите, получается, тут они пишут, сколько их штук будет. 10 автобусов, и вот широкие, вместительные, со всей необходимой европейской комплектацией, кондиционированием и подогревом салона, местами для людей с ограниченными возможностями, кнопкой связи с водителем, чтобы попросить остановку, местом для багажа, и поедут еще за новой партией. Ну, хорошо, в принципе. Кнопка для остановки, пишут в комментариях, это хорошо. Ну, конечно, те маленькие маршрутки, они никуда не это. У нас в Херсоне закупили вот эти вот «Атаман» украинского производства, 30 штук, «Исузу Атаман». Там стоит двигатель японский, 52 человека, и стоячих, и сидячих. Вот так вот тот «Атаман» выглядит. Смотрите, ну тут видите, панель, конечно, уже без всяких этих завитушек. Тут только один ряд, а тут два ряда. Конечно, они меньше тех автобусов. Атаман. Вот так вот их тогда на набережной поставили. Двери. Радуются все, что поступили автобусы. Так вот оно красиво было мероприятие. Ну, я помню еще вот когда-то ходили по Херсону вот такие автобусы. Кто еще помнит? Вот на 7-м маршруте вот такой автобус раз 15 минут раньше «Семерка» ходила. Такой вот был автобус в Херсоне. Их много было, как говорится. Еще был «Икарус». Вот такой вот гармошкой ездил. Тоже хорошо по Херсону он раньше. Это тут прилично. Видите, гармошка длиннющая, «Икарус». И тот автобус вот этот вот. Потом на смену «Икарусы» пришли. Было в Херсоне много «Икарусов». А потом то предприятие куда-то распродали эти все автобусы. Ну, будем радоваться все-таки. Транспорт есть транспорт, чтобы были тарифы доступные. Тут на YouTube-канале наберите вот в поле поиска «Херсон», кто хочет местных новостей или необычные о городе Херсон. И тут вот вам будет подборочка видео интересных, эксклюзивных. Экскурсия
Херсон грустный. Супер селфи на новом фонтане. Вот интересно, как ходили. Кому косить траву в парке? Арбузы бьют на поле. Листовка про совесть. Ну, еще можно плейлист открыть вверху. Тоже два херсонских листа. Херсон политический и Херсон мгновение Херсона. Так что вот так вот оно все. Развивается все. Будет автобусы. Ну, конечно, надо вообще цену понизить до 5 гривен максимум. А то пускай бюджет доплачивает.